Ну что, у нас сегодня вообще холодный денек. Мы пришли на фонтан, а тут очень холодно, да, Ника? Даже замочились. Сегодня купили папу Кена и его уже раздели. Мы хотели купить, конечно, этому коту, там с собачками. Да, там уже не было его. К сожалению. Так что мы купили Кена. Тут плохо слышно. Смотрите, папа. Ника, чего он у тебя голый-то гуляет? Одень его, холодно. Давай подержу. А ты такой ветер, где звезд дует? Да, даже у нас. И обувь тоже может быть. Давай вот сюда возьму. А то если сдует сюда, то мы уже его... В общем, сложно будет вставать. Поймай миньона. А? Поймай миньона. Там написано? Да. Поймай миньона. Так пойду. Нет, давай одевай его хорошенько. А то сегодня так холодно, он замерзнет сразу. И пойдет домой. Да. У нас есть там кукольный дом. Дома? Да. Дома. Еще вы нам Барби будет. Барби Кен. Ну что, одела? Мы его купили в Кировском. Да. Где наши туфли? Ой, как же я пойду без туфеля. Давайте мне скорее туфли. У меня есть даже голос тут. Вот, пожалуйста, вам ваши туфельки. Ну, оденьте же мне. Ну, пожалуйста. Вот Кен и один. Я спрыгну, подойди мне руку. Конечно, конечно, Кен. Куда ты пошел, Кен? Я пошел. Ай! Ой, ты так умеешь делать? Да. Мне кажется, не стоит, у тебя джинсы запачкаются. Мостик. Какой ты гибкий? Ты что, гимнастикой занимался? Нет. А как ты научился? Да, у меня такие гибкие руки. Вроде устоял. Я самый лучший Кен. Папа! Папа! Он куда-то за дом туда уехал. Не знаю. Я с ним не общалась. Наконец-то. Давай. Пошли на фонтаны в парк у ГМК. Нет, пока не надо расстегивать, еще холодно, Ника. Опять солнышко ушло. Сейчас покажем вам еще один фонтанчик. Такая получится прогулка по пешне по фонтанам. Это был фонтан, который около Дивса.
Сейчас будет фонтан, который около дворца спорта Металлург. Это деревья, которые были зимой. Мы их снимали. Смотрите, какие они красивые. Так, это липа. Шикарная. Такие вековые деревья. Смотрите. Ух. Вероника едет. Деревья шикарные, смотрите. Сейчас зайдет опять. Ну снимай. А шапку тоже? Вот так-то. Не-не-не-не-не, никуда уже перебор. Там холодно. Вероника, ну хватит, это перебор. Там, конечно, солнышко выглянуло, но посмотри, какие тучи. Сейчас солнце зайдет. Вероника, ты такая послушная, мне это очень нравится. Что это такое? Такие. Покажу вам еще вековые деревья. Вот все-таки зелень. Какой же она уют создает. Смотрите. Шиповник. Ели. Вековые. Никуся, ну что ты раздетая? Давай кофту. Давай хотя бы кофту, вон все дети. Конечно, давай кофту оденем. Что, ну крепко? Крепко. Что там у тебя? А, ты его туда спрятала? Не, ну не брось. Эй, ты что меня бросаешь? Ты что разбросишь? Я с тобой играть не буду. Ника, ну все, я тебе точно больше не дам. Так, стой, не давайте меня к этой девочке, я к ней не пойду. Я буду жаловаться. Нет, не дам, ты его бросаешь. Извиняйся передо мной. Извини, пожалуйста. Я уже весь грязный даже стал. И не тряси меня. Ну давай, Кен. Кинятина. Ника! Опять он! Ой, такой тепленький! Пластик нагревается. Похищают! Кена похищают! Сейчас девочка тебе его принесет. Спасибо. Помощники тут, помощники. У Вероники. Ты же тебе помощник. Кен акробат. А это Кен.
Все, Вероника пока там с девочкой играет. Такой вот у нас красивый фонтанчик. Мишки уже губы накрасили. Губы накрасили, глаза накрасили. Памятник бурому медведю. У нас вековое дерево тоже. Так, это же... Так. Слушайте. Черемуха. Да. У них очень толстый ствол. Папа! А он поехал на озеро. Так, вот тут камни такие приспособили. Что, помочь тебе? Кого покрепче? Ой, ты на ногу-то себе хоть не до самого. Строитель. Ника, не поднимай, они тяжелые. Не надо. Что с пальчиком? Покажи. Поцарапала? Давай я тебе лучше покажу. Так. Мне кажется, они так слетят. Давай я тебе просто помогу залезть. Давай. Так, что у нас тут? Ресница вся открыта. Подожди. А? Ну все, а чем приманивать? Ты уже все скормила им. Ну что это у нас за самок? Да, купили хлопьев домой поесть. Вот как покормить голубей хлопьями. Нужно рассыпать, потом потолочек, да? Ник, ну давай только не на корточке, ладно? Просто очень холодный асфальт. Вероника. Вероника. Молодец. Ника, только смотри дырочки. Объезжай. Ну, а как хорошо на электрическом самокате ездить. Веронике очень нравится ставить на... А, блин, я кнопку спутала, я не снимала. Ну что, вы будете ловить голубей или нет?
зачем вы меня купили? Я жду движухи. Ну, давайте же быстренько мне кого-нибудь поймайте. А? Ну? Что эти двое сидят? Почему они никакую голубей не ловят, а? А? А, уснуть с вами можно, пойду. Так, Вероника, а ну встань с коленок, мама тебе не разрешала, правда, мама? Вставай с коленек, кто тебе говорит? А? Как вы думаете, куда она пошла? Что она собралась делать? Пошлите скорее за ней. Быстрее. Она уроется в Мариной сумке. Скорее же. Эй, ты что там делаешь? Сейчас она истратит все салфетки. Сначала она истратила все хлопья, которые мама купила на завтрак. А теперь она истратила салфетки. Пойду еще прогуляюсь. Подумаю о чем-нибудь. Вот они, эти салфеточки, посмотрите, она их достает уже. Они же для прогулки, чтоб руки протирать. А она что собралась делать? Голубям сопли вытирать, что ли? А? Они что, сопливые, что ли? Да? Вроде не сопливые. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как тебе не стыдно? Это кто голубей гоняет, а? Так тебе и надо. Ой-ой-ой! Нет, я не могу на это смотреть. Пойду прогуляюсь, еще подумаю. Ну вы посмотрите, ну это уже просто stop to me. Что это такое? Остановись! Мама купила салфетки, а он просто берет и наглым образом моет им свой самокат. Я не могу на это смотреть, я пойду подумаю еще. Он до сих пор еще моет салфеточками свой грязный самокат. Нет, я не могу на это смотреть. Она тоже пришла мыть самокат. Я не могу на это смотреть. Пойду еще подумаю. Они уже вдвоем моют одно колесо. Что это такое? Они еще и меня решили помыть. Нет. Все, я ухожу от вас. Отпусти меня. Отпусти, Вероника. Не надо меня мыть этими салфетками. Нет, мы ее там не достанем его никак. Помогите! Меня засунули в кусты! Сейчас я вытащу, иди сюда. Ой, кажется, я вытащился из этих кустов. Ой, ну и Вероника. Она меня постоянно куда-то засовывает. Лучше бы я стоял на полке в Кировском. Или нет, уж лучше так, тут хоть какое-то разнообразие. Не, я не хочу на полку в Кировске, меня же опять унесут, я не хочу. Так, в общем, мне надо подумать. Пойду подумаю, а то сейчас что-нибудь не то скажу. Так, я подумала и решила, что, конечно, лучше я буду здесь, чем на полке в Кировском. А то там еще, может, и миллион лет буду стоять, кто его знает. И может, вообще меня какой-нибудь мужик страшный купит и подарит какому-нибудь вообще страшному мальчику. Нет. Вероника, лучше возьми меня к себе. Я тебя сейчас раздену. Не надо меня раздевать, мне будет холодно. Что ты делаешь? Ах ты, вредная девчонка. Ой, спасибо, ты меня застегиваешь. Не надо, помогите, меня в контейнер выкидываю, да? Голуби, спасите меня! Голуби! Вредный! Я сломаю просто! Подожди, ты меня еще не познакомила со своими симпатяшками-куколками? Они меня, наверное, ждут. Ты им обещала меня. Ой, как же моя машина! Пойдем на карусель.